после кто-нибудь что-то там в реальной жизни кто-то пришел. Типа на баню или что он там? Володя, здорово. Да. Однако неожиданно. Ну чё, я, наверное, тоже что-то, блин, до города дойдём. Пошли верхним чё посмотрим. Ну пошли, ладно, с тобой вдвоём туда дойдём. Я ещё выкачку взял с собой. У меня тоже есть. Надеюсь, его там не выключат. Ну да. Не, ну сегодня сколько мы там где-то? Два ляма подняли? Два, еще один, три. Жалко, что я бой пропустил из-за дурацких интернетов. Ну там, типа, ну, не на камере, я там, типа, записал все. Если завтра получится, то залью. Ну, типа, реально. Такой, типа, играл, все нормально, и раз, типа, там, сетевое подключение сбросилось. Не, ну, чтоб ты понимал, мы, типа, на одной карте в путях, ну, подрались с одной пачкой, убили всех, там, человек 5-6, наверное, было. Пока меня не было. Да. Потом секунд через 20 поймали лося, а лось было не один, а их тоже было человек 5-6. Мы их убили. И когда мы уже типа развернулись, через там 2-3 минуты следующая пачка на нас еще напала спешная в 5 человек, и мы их тоже раскатали. То бишь, ну, в течение 5 минут 3 файта, прям, ну, охрененных. Там 5 на 5, 5 на 6, вот такое было. Ну, ты, типа, когда только пришел обратно, у нас там, говорю, жопа, говорю, тихо-тихо, там, попытался их там всех хилить. Первый этаж скипни. Отстанки дочелики проезжали мимо. Ну, я там на собаках видел этих собак. Ганбирский танк был. Ну, хотя, если они без хила, так. А хотя могут вырезать их урона много солнца. Но если пережить их урон, то все, не сдохнут. Угу. Взять чашку. Везунчик. Мне она как бы не нужна, да, но. Скипнем тогда. Три сундучка, что ли? Не знаю. Ну это один синий сундучок, разделенный на три сундучка. Попилили, короче. Ну зачем так делать? Это какой-то обман, прям я бы сказал. Есть кто-то? А вот эти гангеры. Отходи оттуда. Давай. Жми защитку. Защитку жми. Да я жму. Жми защитку. В меня влетают, да? О, там еще с булавой один пришел. Нормально. Хорошо. А у них пингует. Шапку вымышал. Да. Ай-яй-яй, как больно. Ай-яй-яй. Да все, сожрали. А кто хилиться-то будет?